Проверяли все. От документации до благоустройства территории. Особое внимание члены комиссии уделяли пожарной безопасности. Пересчитали каждый огнетушитель и каждую кнопку экстренного вызова. Специалисты проверили также столовую, библиотечные и учебные фонды. Из-за ремонта полов не удалось полностью оценить кабинеты и спортивный зал. Но директор школы заверил, что ремонт завершится уже к концу июля. После осмотра всего учебного заведения каждый член комиссии вынес свой вердикт. Так, учебные кабинеты пока еще идет ремонт, прям капитальный ремонт везде, поэтому еще до кабинетов не дошли. Так, программа развития, очень хорошая программа развития, составлен план на будущий год, план работы школы. Положительная сторона, все работники имеют категории. Это очень хорошо. Ну, а так, замечаний нет. Одна ставка, вакансия. Математика. Лицевая часть школы оформлена замечательно. Никаких замечаний нет. Очень шикарно разбита клумбочка у них. Такая, да, очень хорошая. У них осталось доработать вот другую сторону школы, где идут ремонтные работы. В августе комиссия повторно осмотрит каждую школу на предмет исправления всех замечаний. Евгения Кременская, Виталий Немов, новости Димитровграда.